приехали участники из разных регионов России, и они привезли свои костюмы. Все они сделаны в традициях того региона, в котором они проживают. Здесь есть одежда и реконструкция скифского костюма, да, аутентичная такая, с применением конского волоса и так далее. То есть, вот, то есть что называется, снято прямо с эскизов курганов, да, когда раскапывали курганы. Здесь есть и костюмы, например, из Алтая, есть костюмы из Челябинской области, есть костюмы из Чувашии, есть из Башкирии, но русский костюм, да. Вот, то есть представлено достаточно большое количество регионов. Всего приехало 17 костюмов. Все они сделаны по мотивам национальных костюмов своего региона. Одежда очень рукодельная, сделана настолько чисто и настолько качественно, что иногда поражается даже, ну неужели это вот сделано руками человека? Очень красивые вещи, причем очень трудно оценить кого-то, кто-то лучше, кто-то хуже, потому что идеи у всех очень хорошие. И вот на самом деле экспертам завтра на площадке будет это достаточно трудно сделать. Оценки, критерии у всех одинаковые, только они оценивают каждый, ну, свою номинацию. Это такие критерии, как общее художественное впечатление, умелое сочетание традиций и современного костюма, да, умение показать, там техническое исполнение, качество, вот это все будет оцениваться. И на самом деле вот умение показать и какие-то эстетические, да, качества, ценности костюма будет, правда, очень трудно оценить. Вот эта номинация отличается тем, что они привозят уже готовую одежду, ну, потому что 6 часов, да, на испытание и сделать что-то серьезное достаточно трудно. Ну, имеется в виду в номинации вот этномода, одежда. Вот, и поэтому номинация такова, что они приезжают, они, во-первых, проходят заочный этап, да, вот те, которые прошли заочный этап, прошли отбор, они приезжают сюда, защищают здесь, в очном этапе, уже свои костюмы, то есть презентация это вот вчерашнего дня, и сегодня в этой номинации они писали сценарий, они рассказывают о себе, они подбирают музыку, они репетируют, в общем, вот, собственно говоря, чем они и занимались. И завтра они покажут, завтра эксперты уже оценят вот их работу. В конкурсе я участвую, на самом деле, второй раз. Я в прошлом году участвовала в Дагестане, и в этом году мне очень, на самом деле, мне очень сильно понравилось, потому что ты знакомишься с новыми людьми, ты видишь себя совсем с другой страны, раскрываешь себя по-новому. У нас была коллекция из трех платьев, чувашские стилизованные костюмы. У нас презентация была, именно мы зашли с того, что вообще, что такое народный костюм, как мы вообще его представляем, начали вообще с истории, то есть в древности какой костюм был. Я занимаюсь вообще чувашским, ну, вот рукоделием, бисероплетением, занимаюсь с самого раннего детства. Как-то я увидела, как у меня мама делает куклу в чувашском наряде, и мне очень сильно понравилось. Я начала просить маму, чтобы она меня научила, и с тех пор я тоже начала вообще увлекаться именно чувашским народным костюмом, его орнаментом. Это очень сильно завораживает, потому что он очень красивый. И теперь я делаю головные уборы женские, масмак я делаю, нагрудные украшения, мыжихи я делаю, делаю тухью, делаю куколки тоже маленькие, ну, именно в чувашском костюме с тухьей, именно с украшениями со всеми, вот, и в университете я тоже начала этим всем заниматься, участвовать в конкурсах, мне безумно нравится, потому что тем самым, когда ты делаешь такие украшения, ты показываешь остальным людям красоту Чувашии, вообще именно красоту вот именно вот этих украшений, красоту своей нации, мне это безумно нравится. Также лауреатом третьей степени становится коллектив Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. На сцену приглашаются Герасимова Диана Валерьевна, Глинкина Ирина Ивановна и Сергеева Анастасия Александровна. Дипломом лауреата второй степени награждается Жушарин Владислав Дмитриевич, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Шукшина. И лауреатом первой степени становится коллектив Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. На сцену приглашаются Радченко Елена Константиновна, Плешкова Валерия Алексеевна, Курчатова Мария Алексеевна и Артемьева Ксения Владимировна.